с двумя головами сморчок. Растет в таких вот местах. Короче, попадается их очень много. Получается, я вот поставил пакет, и вокруг пакета я собрал 116 штук, насчитал, сморчков. Есть и крупные, есть и мелкие. Но здесь в основном такие средние попадаются, как бы, сморчки. Ну, вот как-то так. Вот еще один, кстати, увидел. Вот растет сморчок вот так. Видите? Я думаю, вы хорошо его видите. Да? Видно. А вот прошлогодний грусть. Черный грусть. А вон еще, кстати, один. Сейчас я вот этот сорву. Я, короче, без ножа вот так срываю. И все. Вот еще один растет. Вот, друзья, тут просто передвигаешься даже на коленях. Вот, видите? Вот еще сморчок нашел. Вот пока здесь отбирали, вот кружок нарезали, сейчас вот вышли. Решили уже уходить. И вот зашел и нашел еще три, получается, сморчка. Сморчки вообще обалденные. Вчера пирожки с них делали. Так они вообще такие классные. Короче, лук зеленый не стали добавлять. Решили попробовать со свежей крапивой. Крапиву, короче, нарвали, обмыли. Вон еще вижу сморчки, два штуки, даже три. Вот, друзья, растут. Короче, крапиву обмыли, обжарили на масле растительном. И это... И вообще классно так получилось. Вот видите, они такие вот тоненькие, что-то вот. Ну, в таких вот местах, где как бы заросли такие вот темные, они в основном такие худенькие. Не, ну это как бы еще маленькие. Они есть больше, они намного больше длиннее попадают, сантиметров по 10. Вот даже опять два штуки нашел. Видите, друзья? Вот. Я думаю, тут еще покрутиться можно и найти. Но сейчас будем из такой ситуации выходить, чтобы в руку они не влазят. Я их сейчас вот сюда вот накидаю в кепку. Вот. Вот. Ну, это считай, что уже на два пирожка есть. Нашел. Вот как-то так, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видосом, и все будет хорошо. Кто нарвется зимой на это видео, тому будет интересно, приятно посмотреть зеленочку, грибочки. Вот еще нашел один сморчок, уже покрупнее пошел, чем те дрищи были. Вон еще вижу один. Видите, вот так вот получается маленечко с листвой. Ну, мы ее отдираем, и все. Вот еще под листочком, видите? Его сразу ты не заметишь. Вот. И срывается он вот так вот чистенько, друзья, получается. Практически земли нету. Корешки его и остаются в земле. Мы их не портим. Короче, грибы не вредим. Вот такие дела. Вот, 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 друзья, друзья. Так, ну здесь мы точно выбрали уже. Я тут, помню, шарился. Вот. Вот такие вот дела, друзья. Дела, дела, друзья. Угу. Короче, видосов я много наснимал всяких разных. И охота, и зомби там у меня есть в Омске. И про грибы уже много. Буду выкладывать это попозже. Просто побольше материала сниму и буду выгружать. Чё, комары не грызут? Ну и правильно. Так, просто подержи, поснимай. Вот, смотрите. Вот такие вот сморчочки. Вот классные вообще попадаются сморчки. Ну и сейчас вот это все высыпаем обратно в пакет. Обтрясаем пакетик. Ой, пакетик, говорю, этот, кепочку. Посмотрим. Клеща. Клеща нету. Заправлены хорошо.